сила в немощи. Когда мой отец болел, к нему пришла вот эта идея или мысль, чтобы выпускать видеопередачи на интернет, на YouTube под названием «Утешение в печали». Кто-нибудь слышал? Есть такая серия, в YouTube можете найти там 13 или 15 частей, таких коротких. У меня вопрос, почему он столько лет прожил, никогда раньше не выпускал этих передач, хотя было что сказать и под этим названием. А здесь как бы он начал на YouTube выпускать каждую неделю. «Утешение в печали». И вы знаете, что к нам начали приходить письма, имейлы, месседжи на телефон. Люди начали писать. Какое это служит? Это взрывная сила. Это настолько поднимало людей из пепла. Трудности, которые люди проходили по всему миру, потому что это же по интернету доступно всем. Люди настолько писали с благодарностью, хотя он проходил, казалось бы, такое тяжелейшее время в своей жизни, последний год своей жизни, даже полгода. И вот эта немощь, о которой написано здесь, она имела невероятное влияние. Невероятное влияние на людей. Намного дальше, чем церковь «Живой поток». В немощи я силен. Когда дух сильный, правильный. Я помню, когда он лежал в госпитале, уже вот неделя примерно в его последней жизни, и люди захотели к нему приходить. Приходили, часто ко мне звонили, узнавали. Признаюсь честно, меня это злило. Я думал, люди добрые, ну неужели? Я даже не мог это объяснить. Я был настолько возмущен в своем духе. Иногда подхожу к папе, спрашиваю и говорю: папа, снова хотят к тебе на прием. Я хотел, чтобы он сказал уже: ну все уже, хватит, дайте отдохнуть, дайте, оставьте в покое. Он так уверенно: пусть приходят. Я пытался его отговорить: не надо, пусть приходят. Лежа на кровати, но его сила свершалась в немощи. За эту неделю, мне казалось, столько там было пролито слез, сколько там было освобождений, свободы, света, побед в духовном мире. Я помню, за день до его смерти ко мне позвонила одна сестра. Я здесь уже все, казалось бы, ну неужели люди настолько могут использовать человека? И я здесь сказал этому человеку: нет. Я сказал: нет, нельзя, не приходите. Я положил трубку. Прошло пару минут, там подумал, поплакал. Думаю, что себя у папы спросил. Я уже знал его ответ. Он скажет: пусть приходят. Перезваниваю этой сестре, говорю: приходи. Она пришла. Сказала, насколько моя жизнь была изменена. Мне нужна была вот эта просто одна встреча. Моя сила свершается в немощи. Бог использует людей независимо от твоего физического состояния, финансового состояния, твоего настроения, но в зависимости от твоего духа.